29 по 31 мая недалеко от Винницы на реке Южный Буг проходил чемпионат Украины по ловле спиннингом с берега. Участок, на котором проводились соревнования, был разделен на три зоны, которые имели приблизительно одинаковую глубину и структуру дна. Это свело к минимуму массовое локальное скопление рыбы и ставило участников в более-менее равные условия. Видовой состав рыбы был довольно разнообразен. Среди уловов, помимо традиционных окуней, щук и судаков, встречались также жерех и сом. Правила берегового спорта предполагают принцип «поймал-отпусти», и после взвешивания пойманной рыбы судьей она тут же бережно отпускается в родную стихию. Жаркая погода и стремительное поднятие температуры воды внесли свои коррективы, поэтому спортсменам приходилось постоянно подбирать приманки и очень часто менять места ловли. Тактика спортсменов была разнообразной. Некоторые предпочитали собирать мелкую рыбу в прибрежной зоне. Другие же использовали более объемные приманки, охотясь за более крупной рыбой. В обоих тактиках были свои как положительные, так и отрицательные моменты. По итогам трех туров в личном зачете места расположились следующим образом. Третье место – Федоров Сергей, Житомир. Второе место – Вишневецкий Илья, Винница. А чемпионом Украины 2015 года по ловле хищной рыбы спиннингом с берега стал Дмитришин Константин из Одессы. В командном зачете тройка призеров выглядит так. Третье место – за Тернопольской Федерацией. Второе место – Черновцы 1. И чемпионами Украины стали команда «Перекат» Винницкая Федерация рыболовного спорта. Искренне поздравляем победителей и призеров, и до встречи на очередных соревнованиях.